Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, и в этот раз я вам хочу предоставить видовую квартиру в люксовом комплексе в районе Махмутлар. У речки, как вы видите, есть подземный переход вот прямо там, с кнопочкой. Вид на море глазами видно вот так, как вы сейчас видите. Вот так я вижу глазами всю эту красоту. Этот вид не закроется. Квартира продается под ключ по очень хорошей цене на данный момент. В этом комплексе таких цен нет. Есть детская игровая площадка, огромная территория, которую я вам покажу, крытый бассейн, крытая парковка, сауна, солевая комната, хамам, кинотеатр, детская игровая комната и тому подобное. Айдат в этом комплексе годовой 1100 евро. Вот балкончик. Здесь где-то 7 квадратных метров, 6-7, полезная площадь, юго-восточная сторона. Сейчас закрою двери. Вот шума никакого в квартире нету, как вы видите. Вся бытовая техника, мебель новая, потрачено сюда 10 тысяч евро. Бьюти. Матрас мягкий. Пылесос фирмы тоже Bosch, подарок. Высота потолков 280 сантиметров, 85 может быть, но высокие потолки. Кондиционер фирма Mitsubishi. Забыл аппарат взять с собой, за это руками снимаю. Телевизор фирма Philips. Как видите, Bosch, духовка, микроволновка, холодильник. Все новое, никто не жил. Все с доводчиками. Это качественный застройщик строил проект. Даже у нас, видите, все фирма Bosch. Заезжай и живи. На данный момент один из хороших вариантов в моем портфеле. Вот этот стол тоже открывается. Детально все покажу. Можете уже звонить и резервировать. Глубокий шкаф, как вы видели. Теплый пол в санузле, 48 минимум где-то полезная площадь у квартиры. У меня квадратные метры честные, брутто они, можно сказать, где-то 61. Душевая кабинка тоже большая. Да, я проверил, вроде я помещаюсь, у меня рост 182, чтобы тоже понимать качественные стройматериалы. Угу. Все, дорогие зрители, показал квартиру, сейчас покажу всю инфраструктуру. На этаже, ну, несколько квартир, сейчас не могу посчитать. Два лифта. Фирма Коне. Большой лифт, два лифта, то есть. Мы сейчас спускаемся на цокольный этаж минус один, именно там крытая парковка. Вышли мы к крытой парковке. Но не бывает, что всегда заполнено. Уже увидели. Так вот. И также есть открытая парковка снаружи. Рядом есть магазин, сеть магазин 3M Migros, Starbucks кафе, Cup Store, рестораны там, Сарысо и тому подобное. Хорошая локация района Махмутлар. Я сейчас продолжение еще открытой парковки сниму. Вот направо налево.
той стороны тоже есть парковка. Ну, большая крытая парковка. Не бывает такое, что все заполнено. Вот оттуда в ту сторону еще есть. Так, спустился к лобби. У лобби вот детская комната такая большая. Тут 2 плюс 1 высокие цены, выше там 280, 300, что-то мне сказали. Пока что цены на 1 плюс 1 более-менее. Премиум комплекс. Интересная детская комнатка. Тут есть кинотеатр, бизнес-центр, игровая зона, но двери закрыты. Кинотеатр тоже двери закрыты. Так, вот это игровая зона. Там кто-то сидит, не будем мешать. Есть телевизор, PlayStation, не знаю, может тоже есть. Тут что? Тут еще какие-то комнаты. Даже сегодня в кино что-то есть. Вот, можно приходить, смотреть. Лобби, ресепшн. Аквариум с рыбками. Скат. Большой фитнес-зал. Так, территорию сейчас покажу. Потом покажу крытый бассейн, сауну. В той стороне зоны барбекю, беседки несколько штук. Внизу есть детский бассейн. Отсюда покажу тоже. Горочки, теннисный корт, там улица Барбаросса, вот комплекс Chiavetti Towers. Итак, годовой айда 1100 евро. Начну я с массажной комнаты. Есть отдельная сауна, вот, также есть в том части, сейчас тоже покажу. Здесь также турецкий хамам отдельный есть свой. Джакузи. Да, здесь даже есть. Здесь даже есть римская парная отдельно. Молодцы. Добавочная сауна. Все на месте. Выходите и массаж. Здесь крытый бассейн. С своим аквапарком. Тут раздевалки, здесь турецкая баня, кто-то купается, здесь римская парная, работает все, как вы видите, солевая комната, гималайский камень, соль, ну да, соль есть, можно и домой взять. Здесь надо включать свет. И еще сауна. Видите, да? Достаточно есть. И турецкая баня. Также есть выход на первую береговую линию. Сразу можете выйти на дорогу и оттуда прогуляться. Беседка еще добавочная. И здесь подземный переход. Так. Что вам показать? И детская игровая площадка. Ну, пляж пока песок поднят. Кнопочку надо нажать. И дверь откроется. Вот сразу ресторанчик, как выходит к пляжу. И вот здесь песок, вы видели, видно крепость Алании, глазами видно все вот так, как вы сейчас видите. Итак,
Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 185 тысяч евро. Познакомлюсь с собственником, сядьте, обсудите, это минимальная цена. Если хотите какой-нибудь другой вариант в этом комплексе, 2 плюс 1 или там выше этажом, работаю по запросу. С вами был Агасий, Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем пока-пока.